Может, не надо все-таки, а? Итак, я готов. А вы уже пробовали? Нет. Нет? Не, я не могу. Я так честно. Ну что это такое-то? Приезжать не помедленнее. Мамочка дорогая, чего жить? Теперь я попрошу водителя сдать назад. Ой, он что-то говорит вообще. Ниже. Поехали назад, поехали, это же не... Мамочка дорогая, докуда он доехал-то? Доехал до середины. Каток настоящий. Я не понимаю, то есть он на вас прям был? Да, он был на мне. Подождите, я не понимаю, как так? Стекла все настоящие. Я испугалась, потому что мне казалось, что я окажусь соучастницей убийства, откровенно. Я не хотела бы убивать кого-нибудь, даже пусть это будет, я не знаю, таракан. Но страшно, понимаете, страшно. Человек лежит под котом. Ой, кольнуло меня. Я первого.